Привет, счетоводы, с вами Стасен. Примерно через час будет ролик на канале Стасен YouTube про идеальную замену масла. Вот еще одни данные. Сейчас я уже катаюсь на новом масле, и до этого на 508 допуске у меня частенько просто так, с бухты-барахты, даже с двумя людьми в автомобиле, масло было 105 градусов летом. Сейчас я катался за город, и, как говорится, ну, два дня были на турбазе, и была трасса, полная машина, полный багажник вещей. Обгоны были стремительные, крутил вплоть до 6 тысяч. Пару обгонов было с кикдауном. И масло даже не набрало 104 градуса. Как вы видите, чтобы было не голослон, расход. Так, вот это за только когда заправился, как видим, расход у меня не маленький. 10 литров, это говорю о том, что ввожу интенсивно. Тут километров 50 еще с трассой. Вот с момента пуск. Это сегодня утром машину запустил, приехал с озера, получается 55 километров, скорость 38, но это вранье, там, ну, короче, я не знаю, сколько там была скорость, но обороты шли до 6000 оборотов из-за того, что пришлось обгонять пару раз медленно идущие транспортные средства до знака разрешения запрещения обгона. Расход тоже видим 9 литров, это значит, что педалька нажималась хорошо. Раз педалька нажималась хорошо, значит, двигатель крутился, и двигатель испытывал температурную нагрузку, и температура масла не было 105 градусов. О чем это говорит? О том, что новое масло лучше справляется с теплоотводом, несмотря на то, что оно не 508 допуск. А что за масло, вы узнаете, посмотрев ролик про идеальную замену масла. Так что, и так, как сказать, там, приятного просмотра. И если у кого-то возникли какие-то непонимающие вопросы, не обязательно писать гадости, обзывать автора глупцом. Будет дополнительный ролик, раз есть такие люди, потому что на Яндекс.Дзен у нас такие люди появились, и будет дополнительный ролик с пояснениями. Хотя в конце ролика, ролик длиной 52 минуты, я все как бы разжевывал, все показал наглядно, на примерах, что, как было и как стало. Но не у всех хватает мозгов все это понять. Ладно, товарищи, с вас лайк, подписка. Смотрите новый ролик. До свидания.